страшные скидки. Всем привет! Зима в самом разгаре, и если вы уже устали от однообразной картины за окном, можно побаловать себя новым цветным гардеробом. Сейчас в моде искусственные шубки. Они могут быть ярких цветов, доступны по цене, и можно смело сказать, что при их изготовлении ни одно животное не пострадало. После Нового года многие сайты предлагают искусственные шубы по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Сегодня многие знаменитые бренды отказались от использования натурального меха в пользу искусственного. Шубы из искусственного меха бывают разных фасонов, фактур и цветов. За ними легко ухаживать, и можно подобрать варианты для разной температуры. Чтобы найти теплую, удобную и прочную вещь, нужно учесть несколько нюансов. Качественный синтетический мех, приятный на ощупь, не колется и не топорщится. Он не должен осыпаться от прикосновений или оставлять ворсинки на влажной ладони. Небольшое осыпание ворсинок допустимо только в течение нескольких дней после покупки. Они могут оставаться в швах. Мех не должен пахнуть химией, запах не выветривается со временем. Желательно, чтобы мех был сделан из полиэстера. Такие шубы долговечны и прослужат не один сезон. Шуба не должна бить током. Если при прикосновении к искусственному меху появляются неприятные ощущения, значит изделие не прошло антистатическую обработку. На сайте Озона искусственная шуба, выполненная под натуральную норку, сейчас продается со скидкой в 52% за 3183 рубля. Ее прежняя цена – 6642 рубля. Есть выбор цвета – песочный, серый и розоватый. Материал исполнения – полиэстер. На сайте магазина Резёвт искусственная шуба сейчас продается со скидкой за 3999 рублей. Раньше она стоила на 1000 дороже. Цвет серый, высокий воротник стойка, застежка на кнопке, длинные рукава, впереди расположены два кармана. На сайте Зарина пальто «Подовчину» сейчас предлагают с 30% скидкой за 4199 рублей. Пальто можно купить в трех цветах – голубом, беж и белом. Внешний слой ворс, основа 100% полиэстер, внутренний слой 100% полиэстер. Выдерживает температуру до минус 5 градусов. Страна-производитель – Китай. На сайте Сбермегамаркет искусственная разноцветная шуба сейчас продается со скидкой в 42% за 4950 рублей. Произведена в России, подходит для носки в межсезонье. Состав ткани 80% акрил, 20% полиэстер. На сайте Asos серые тренчи с овчиной можно купить за 4590 рублей. Это цена с 30% скидкой. Тренч украшен лацканами с разрезами. Это двубортная модель, имеет застежку на пуговицах, завязку на талии и боковые карманы. Чтобы проверить стойкость окрашивания цветной шубы, достаточно провести по ней бумажной салфеткой. Качественная вещь не оставит следов. Искусственный мех обычно крепится на трикотажную основу. Она активно пропускает воздух и не очень хорошо удерживает тепло. Поэтому в искусственных шубах комфортно поздней осенью, теплой европейской зимой или весной. Их можно надевать вместо пальто или кожаной куртки. В зависимости от плотности меха шубу можно носить до минус 10 градусов. Самые теплые варианты – эко-шуба из натуральной чесанной овечьей шерсти на трикотажной основе с современным утеплителем между мехом и подкладкой. Такие шубы выдерживают температуры от минус 15 до минус 25 градусов. Искусственное волокно легко спутать с натуральным мехом, енотом, песцом, лисой, щипаной норкой. Разные технологии производства позволяют сделать кудрявую, гладкую, волнистую фактуру, создать видимость подшерстка и остевого волоса, как у натуральной шкуры. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Личные скидки.